Инспекторы ГИМС, махачкалинские спасатели и сотрудники Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям провели рейды в акватории Каспийского моря. Целью инспектирования стало соблюдение правил безопасности судовладельцами и отдыхающими гражданами на береговой зоне и море. В ходе проверки были выявлены нарушители, которые передвигались на САПах, игнорирующие безопасность на воде, а также некоторые горожане заплывали за буйки. Уже трое нарушителей. Вот, без регистрационных опознавательных знаков маломерные суда выходят в море в плавание. Также и нарушают правила безопасности на воде. Люди идут на море, радуются, купаются. Самое главное, чтобы соблюдали правила безопасности на воде и не оставляли детей без присмотра. Абдулбари Нюхов также отметил, что на сегодняшний день по Республике Дагестан зафиксировано порядка 20 несчастных случаев гибели людей на воде, 6 из которых – дети. Также он обратился к владельцам водного транспорта с просьбой не пренебрегать правилами безопасности. Надо соблюдать законы, во-первых. Во-вторых, это же безопасность. Во-первых, своя безопасность. А то нарушители у нас, как правило, выходят без спасательных жилетов, садятся на водные мотоциклы, не зная, как водный мотоцикл поведет себя. Бывает, что он выбросит его в воду, и бывают случаи такие, что это все просто спасать человека. Помимо этого, был использован катер, с помощью которого спасли условного пострадавшего, заплывшего за допустимую зону. Его срочно доставили на берег и оказали первую доврачебную помощь. Специалисты Национального центра раздали отдыхающим буклеты с правилами безопасности, а самым юным любителям моря – нарукавники для плавания. В итоге мы выявили, что в основном у нас все хорошо, все прекрасно, это радует в дальнейшем, конечно говоря. Надеемся такие же профилактические мероприятия проводить чаще. Со временем мы собираемся охватить всю республику. Как только у нас отделение пополнится волонтерами, мы будем постоянно проводить такие мероприятия уже по всему берегу. В рамках рейда специалисты ГИМС напомнили отдыхающим основные правила безопасности поведения на воде и призвали купаться исключительно в специально оборудованных местах, а также более внимательно следить за детьми и не оставлять их без присмотра.